Дорогие горлочане, уходящий год был для нас не самым лучшим, но мы, как всегда, с вами надеемся, что Новый год нам даст больше радости, больше успехов во всем. Поэтому, мои друзья, желаю вам в новом году здоровья прежде всего, счастья семейного, благополучия. Желаю всем предпринимателям экономического подъема. Я хочу, чтобы все мы жили в нормальной, цивилизованной стране, чтобы наши конституционные права были защищены. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. С праздником!